has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Привет, друзья, на связи Антиквар. Вот и настало время для новых открытий, новых эмоций и нового опыта. Я давно искал игру, в которой мне действительно захочется попробовать свои силы, и я ее нашел. Если вы думаете, что дела идут из рук вон плохо, и хуже уже быть не может, Darkest Dungeon быстро покажет, насколько сильно вы заблуждаетесь. Давайте начинать. Если то, что я слышал про игру «Темнейшее подземелье» правда, то для новичка было бы крайне самонадеянно начинать не с первой сложности. Поговаривают, что эта игра способна доставить так много боли и страданий даже опытному игроку, что брать из трех сложностей даже вторую, когда ты не имеешь особенного представления про Darkest Dungeon, это будет очень большая ошибка. Поэтому я выберу компанию «Свет». Нужно как-то назвать сохранение, я даже не знаю. Пускай нам сопутствует удача. Поехали! You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Вот такое вступление нам показали. Как по мне, это было безумно атмосферно и действительно очень круто. Darkest Dungeon с самого начала показывает незадачливому путнику, в какую именно историю он вляпался.
На самом деле я уже немножко познакомился с темнейшим подземельем, чтобы не выглядеть здесь полнейшим профаном, не думать по ходу пьесы, на какие кнопочки нажимать, чтобы наши персонажи совершали нужные действия. Но это вот знакомство именно с интерфейсом, да, переключение, допустим, с инвентаря на карту, обратно. Ну, знаю, что есть разные классы, из них составляются разные группы. Посмотрел примерно, какие группы можно составлять. Но, честно, глубоко не погружался, так как хочется исследовать все самостоятельно. Ну и вообще, темнейшее подземелье, история-то не новая. Насколько я понимаю, игре лет 5, поэтому многие зрители, уверен, будут даже значительно опытнее меня. Поэтому, если увидите какие-то косяки в моей игре, увидите вы их совершенно точно, я вам так скажу, то пишите в комментариях советы, рекомендации, буду очень за это благодарен и признателен. Ну а если по какому-то невероятному стечению обстоятельств найдутся новички, еще более зеленые, чем я, то спрашивайте все, что непонятно, буду вам рассказывать все, что сам знаю. Погнали, дойдем до Гамлета. В этих краях расплодились разбойники. Воспользуйтесь обходной тропой, до города рукой подать. Ну, замечательно. Кстати, Гамлет — это название города, не принц датский, если кто-то подумал. Нет. Давайте дойдем до него. Жестоко накажите этого бандита, пусть все узнают о вашем прибытии. Сейчас будем жестоко его наказывать. Не буду сейчас подробно останавливаться на каких-то аспектах, да, рассказывать все до деталей. Те, кто смотрел мои видео по третьим героям и пятым героям, знают, что я люблю порассуждать, пообучать, да, поменторствовать, но постараюсь делать это поменьше. На самом деле, если кому-то что-то будет непонятно, спрашивать. Какие-то нюансы, конечно же, я буду отмечать, но постараюсь с этим особенно сильно не занудствовать. Когда будем мы ходить по коридорам, подземельям и прочим местным локациям, будут встречаться разные объекты. И вот, допустим, в этой палаточке есть возможность найти какие-то финансовые сокровища. Ну, просто куча золота, чтобы вы понимали, 25 это минимальная награда, которая здесь может быть. То есть нас прям облагодетельствовали. Так, ладно, погнали. Тут нас ждет еще два разбойника. Это я знаю, потому что, ну, вот эта вот дорога до Гамлета, она стандартная. Засада. Надо показать этим подонкам, что вернулся законный правитель этих мест. Давайте покажем. И еще, знаете, какой вывод я сделал, когда вот информацию по игре собирал? В первую очередь нужно атаковать и убивать врагов, которые стоят в двух последних слотах, в двух дальних слотах, да, в третьем и в четвертом. То есть там у ребят поменьше жизней, поменьше защиты, и они очень неприятные, там, по наносимому урону или по наносимому стрессу. Кстати, да, вот когда будут всплывать какие-то такие вещи, вот, допустим, сейчас он ударил нас двоих, видели, над головой такое вот полукружие было, да, это он нам накинул стресса. Вот у нас есть не только очки здоровья, но и есть уровень стресса. Вот когда до сотни доходит стресс в этой игре, персонаж сходит с ума. Вот такая вот чудесная игра. Но опять же, чтобы вы понимали, до сотни уровень стресса доходит очень часто. Прям вот с завидным постоянством. А когда уровень стресса потом доходит до 200, то персонаж умирает от разрыва сердца. Вот так вот тут все по-доброму и по, я не знаю, по праздничному. Вот, искал слово, которое можно сказать. Так, все, скончался наш оппонент из-за кровотечения. О, смотрите, как щедро нам надавали. Во-первых, нам дали, тут немножко расскажу, вот эти предметы, их можно назвать артефактами, но в игре есть специальный термин, они называются тринкетами. Вот нам дали тринкет, он дает 5% защиты, но отнимает единичку скорости. Еще дали немножко золота, это все понятно. И плюс в игре есть 4 вида семейных реликвий. Это купчи, портреты, гербы и что еще? И бюсты. Вот за них улучшается городок. Вот это вот Гамлет, куда мы придем, там есть разные полезные здания, и вот там все можно улучшать и отстраивать. Задание выполнено, но мы можем проверить сундук. В прошлый раз меня здесь отравили. Посмотрим, что будет в этот раз. Так, сундук с ловушкой, что-то с ним не так. Ну, давайте рискнем. Ну, по-честному сказали, да, в сундуке ловушка, поэтому зачем полез? Ладно,
это не страшно. Здоровье, насколько я понимаю, после миссий восстанавливается в городе целиком. То есть, если эти же персонажи идут на следующую миссию, здоровье полное. А вот стресс нужно специальными образами и методами отлечивать. Но об этом позднее. Ну и вот смотрите, после каждой миссии нам будут вот такую табличку выводить. То есть, есть награды за задание. Тут это 5000 по дефолту. А плюс продаются припасы, которые у нас были, если мы их не потратили. И те финансовые объекты, неправильно сказал, те ценности, которые мы, те сокровища, да, которые мы находим на миссии. Ну и фамильные ценности, реликвии, они вот нам даются, чтобы мы отстраивали городок Гамлет. Так, еще момент. После прохождения миссии, опять же, героям дают очки решимости. Я знаю, что их дают, но я не знаю, что это такое. Поэтому, друзья мои, кто опытный, пишите, на что влияют вот эти очки решимости. Я, если честно, вот так сходу не понял. И плюс могут дать положительные или отрицательные черты. Вот нашему разбойнику Дисмосу дали целительный дар, плюс 20% лечащие навыки в лагере, что бы это ни значило. Все, отправляемся в город. По возвращении в город загляните в журнал. Добро пожаловать в родные края. Этот убогий городишко и эти проклятые земли теперь принадлежат вам. И от этого не отвертеться. Честно хотел отвертеться от этого, но вот сказали, что ничего не получится, не выйдет. Взялся за гуж, не говоришь, что не способен. Так, сразу же давайте ознакомимся с восклицательными знаками. Большинство героев в конце концов попадают сюда, в эту отравленную землю, обретая вечный покой. Ну, очень оптимистично, что сказать, кладбище, все нормально, пока пустое. Герои сюда еще не успели попасть по моей наводке, скажем так. Фамильные мемуары. Заглянем. Со временем ты узнаешь, сколь велики были мои неудачи. Это вот, я так понимаю, ну да, совершенно точно наш предок, который пустил себе пулю в голову после того, как закончил письмо. Так, тут можно вниз прокрутить. Пушки какие-то. Промокшая команда. Старая ведьма. Это, наверное, боссы, может быть? Название миссий. Звучный пророк. Но вообще похоже на... именно на боссов, да, каких-то названий. О, смотрите, свиной принц, свиной король и свиной бог. Прикольно. Так, ладно, с этим совсем будем тоже разбираться. Цыганская кибитка. Купите редкости. Это вот как раз эти самые тринкеты, да, слышали, да? Вот тринкет сказал мужчина на чистом английском языке. Цены здесь, конечно, прекрасные. У нас 5360, а вот тут есть, нам предлагают купить за 15 тысяч. Причем, смотрите, только для дрессировщика, но это вот для класса, да, есть такие ребята с собачками здесь, дрессировщики. Насколько я знаю, их еще псари называют. Вот он дает 12 уклонения, но уменьшает урон на 15%. Не знаю, насколько прикольный этот тринкет. Так, и дилижанс. Вот дилижанс — это очень важная штука. Смотрите, теперь, когда дорога свободна, сюда сможет приезжать кто угодно. Мужчины, женщины, солдаты и воры, шуты и живые мертвецы. Это солдаты, это наемники, которых мы можем забирать себе в команду. Причем забираем мы их бесплатно, а вот вся прокачка уже идет за денежки. Поэтому, прежде чем они не проявят себя в сражениях, качать я их, наверное, не буду. Так, ну и мы этих ребят возьмем в любом случае. Вот Чумной доктор, это все, кстати, девочки, и Чумной доктор, и Весталка. Вот такая вот барышня средневековая. Как вам нравится? Симпатично. Вот, с клювом, очень атмосферная. Смотрите, у нее есть сразу же черты. Есть врожденная меткость. Плюс 5 меткости, дальнобойные навыки. Это хорошо, потому что она кидается всякими разными гранатами своими. Но у нее есть две отрицательные черты. 20% урон от стресса, если факел более 75. А мы и будем играть вот с таким факелом более 75. Так что это для нас очень плохая черта. И медленная реакция, минус 4 скорости в первом раунде. Это тоже очень плохо. Очень плохо. Вот это мне вообще не нравится. Но у нас никакого выбора на старте нет. Поэтому мы ее берем. Ну и Весталка — это лекарь. Умеет лечить
одного конкретного персонажа, группу, ну, есть какие-то еще навыки. Да, сразу же давайте тоже расскажу, раз уж мы коснулись навыков. У каждого класса персонажей, вот Весталка, Чумной Доктор, Крестоносец, Разбойник, это все классы. У них есть 7 навыков. Открыты 4 сразу же, случайные. Но, в принципе, потом за деньги можно открыть все остальные, можно прокачивать, в общем, тут возможности бесконечные. Так, что умеет наша Весталочка? Петримол. Кстати, можно переименовывать героев. Этим я, думаю, займусь, но попозже. Не сразу. Так, плюс 2 крита у нее. Ну, замечательно. Кстати, знаете, в чем прикол? Для Весталки это хорошее качество, при том, что она врагов-то бить практически не будет. Но на лечение тоже криты распространяются, так что это вот неплохо. Боязнь бухты, 20 урон стресса в бухте и... Минус 10 сопротивление болезни. Ну, понятно, тоже берем, у нас выбора нет. Так, ладно, у нас хоть и вводная первая серия, боевая монахиня, благочестивая и непреклонная. Так вот, хоть серия и вводная, но давайте как-то уже перейдем к активным действиям. Это просторное имение стало очагом безумия и смерти. Пора приниматься за дело. Ну вот да, просто те... Зрители, которые видели мои летсплеи по третьим героям и по пятым героям, других-то не было пока. Они знают, что я люблю поговорить, поучить, поменторствовать, но постараюсь поменьше это делать. Давайте как-то в бой пойдем. Смотрите, значит, вот мы тут заданий пока выбирать не можем, нам доступно одно, быстрое. Быстрое, да? Что бы это значило? Ладно, попробую к следующей серии подготовиться и посмотреть, что за быстрое. Цель исследовать комнаты 90%. И награды. Нам дадут 3000 золота, если исследуем. Да, 4 герба. Это вот ценности фамильные. Вот они, кстати. Бюсты, портреты, купчие и гербы. Все для улучшения городских построек. И я, кстати, очень хорошо, что на них обратил внимание. Я не сделал очень важную штуку. Сейчас вот буквально один нюанс. Нам нужно улучшить дилижанс. Смотрите, мы сейчас вложимся вот один раз в дилижанс, нам привезут в следующий раз не двух героев, а трех. И поскольку нам дали две купчи очень удачно на вот этой стартовой дорожке до Гамлета, мы можем улучшить дилижанс еще раз, и нам привезут уже четырех рекрутов, да, наемников. Замечательно. Все, все, больше не отвлекаемся. Все, мы тут выстроили героев. Кстати, вот появилось название команды Red Hook. Я так понимаю, что оно не всегда появляется, но от каких-то комбинаций героев бывает. Да, и нам дают еще камень оглушения, плюс 5 к шансу навыка оглушения, минус 1 скорость. Так, да, и у нас же выпал тринкет, плюс 5 защиты, минус 1 скорость. Ну, вот у крестоносца скорость 1, и так очень мало, чтобы вы понимали, вот у Чумного Доктора, у Чумной Доктор 7, поэтому ему можно дать. Ничего страшного, что мы эту единичку скорости потеряем. И теперь нужно закупиться припасами. Значит, смотрите, пища. Пища нужна... Так, 8 я хочу купить. Нужна, чтобы кормить персонажей в дороге. Но они периодически говорят, хотим кушать. И если ты их не покормишь, то они... расстраиваются, у них прибавляется стресс, и в общем это никуда не годится. Так, что еще? Факелы нужны, чтобы поддерживать уровень факела. Сейчас объясню, зачем он вообще нужен, почему это важно делать. И вот эти вот все остальные штуки, тут святая вода, противоядие, бинты, целебные травы, так, ключа у нас нет еще, думаю, что-то нету. Они нужны для взаимодействия с различными объектами, которые мы будем находить. Но в данном случае в руинах. Так, первый поход в фамильные руины. За любопытством не забывайте и об осторожности. Не переживайте, не буду забывать. Так, и прежде чем мы в омут с головой кинемся в эти руины, смотрите. Сейчас у нас уровень факела 100. Вот видите, ниже идут бонусы, которые это нам дает. Плюс 2 уклонения, плюс 2 разведки, плюс 4 монстра застигнуты врасплох. Ну, видимо, это какая-то процентовка тут должна быть от этих плюсов, но я вот деталей не знаю. По мере того, как факел будет гаснуть, соответственно, будут уменьшаться
а вот эти плюсы, они будут переходить в минусы. Если будет кромешная темнота, ну, мы все равно будем видеть то, что будет происходить на экранах. Ну, там, монстры будут критовать, мы будем плохо уворачиваться, по-моему. Но зато плюс для нас будет больше награды. Ну, я пока не готов играть в темноте, честно вам скажу. Поэтому давайте приступать. И, кстати, опять же, насколько я понимаю, вот эта вот стартовая локация, первые руины, они одинаковые. То есть, пару раз я вот отыгрывал их, чтобы, ну, понять, что к чему, и вот была точно такая же карта. Так, мы нашли свежий факел. Да, смотрите, с каждой... Сейчас давайте еще покажу, расскажу про свои изыскания. Видите, коридор состоит из квадратиков, как бы, да? С каждым квадратиком уровень факела падает на... Сколько? На 6, получается. И если свет опустится ниже 70, вот видите, уже у нас тут прибавилось стресса, у монстров стало больше критических ударов, у нас хуже уклонение, хуже разведка. В общем, мы раз разожгли факел, и опять все пошло на лад. Ну что, первый бой в руинах. Мы застали врасплох аж двух скелетов с дубинками. Костяной обыватель. Вот так вот этих ребят зовут. Насколько я понимаю, это самые, что ни на есть, слабенькие враги, которые вообще только могут быть. Смотрите, а мы даже можем чем-то бить. Давайте посмотрим, что это. Освещение. Да, кстати, видите точки, которые под навыками, да, вот есть под каждым навыком есть точки. Вот если мы возьмем ударные, первые четыре точки, это из каких позиций используется вот это вот освещение. То есть из четвертой, где у нас стоит чумная докторша, его нельзя использовать. А красные точки, которые мы видим, это по каким позициям можно его применять, то есть по любым четырем вражеским. Дальний бой, базовая меткость 90, урон минус 75%. Так, кстати, сейчас про урон. Видите, у Весталки 4,8 базовый урон и, соответственно, минус 75% 1,2 урона будет наносить вот этот вот. Вот это освещение. Игнорирует незаметность. Разжигает факел. Плюс 5 единиц факелу. Да, тут смотрите, у нас сейчас 95. Сейчас мы ударим, должно стать 100, по идее. Да, так и есть. Так, ну и здесь что мы можем? Чумная докторша, это у нас специалист по ядам, оглушениям. Чуть-чуть лечение умеет делать. Но из этой позиции мы можем, вот, например... кого-то усилить, да, дать 20% урона и плюс 3 скорости. Ну, давайте крестоносца усилим, почему нет. Да, в общем, справляемся мы с обывателями, с костяными, не заметили. Опять безумная награда какая-то, 125 денег, ну что это такое. И первый объект, незапертая шкатулка. Вот все, что не запертое в плане сундуков, я так понимаю, можно просто открывать. Все, что запертое, туда нужно пихать вот этот ключик. Вот, смотрите-ка, 750 золота, уже получше, уже что-то. Так, и тут же еще мне дает игра возможность вам что-то рассказать. Видите, есть шанс, что у нас произойдет, когда мы включаем карту, в новой комнате находясь, пойдет разведка, и, соответственно, мы видим, что нас ждет в коридоре. То есть вот ждет препятствие, это придется лопатой разгребать, которую у нас есть, а потом ждет бой. Ну, погнали. Препятствия можно разгрести и без лопаты, но тогда все расстроятся. И у всех прирастет стресс, там что-то по 20, по 30, что ли. Так, сейчас, кстати, будет бой. Давайте факел разожгем, что ли. Ой, какая неприятная барышня, вот эта сектант-ученик. Она, знаете, что делает? Она не здоровье отнимает, а она стресс нагоняет нашим ребятам. Но благо мы их удивили, и то есть все наши походят сначала, все четыре персонажа, а потом начнут ходить только они. Нам нужно пытаться ее убить. Так, три. Да, обратите внимание, что вот у чумной докторши, у нее вот это яд, и вот есть ослепление, они работают сразу по двум последним позициям. Тут один враг. Все, мы ее, кстати, отравили, она, кстати, сейчас умрет. Два здоровья, а мы наносим 4 урона за 3 раунда. Яд наносит, уже не мы, мы уже нанесли. Ну и давайте крестоносцам. Я так понимаю, что скелеты с мечами, костяной солдат, это более сильный паренек, чем костяной обыватель. Ну, мы его, к сожалению, не добиваем. И за это он сейчас проверит на прочность нашего
Дисмоса, разбойника нашего. Так, как истинный обыватель. Ну, обыватель, что с него взять? Так, вот смотрите, еще история. Опять же, насколько я понял, есть такой картечный залп. Он имеет модификатор урона минус 50%, но зато бьет по первым трем позициям. В данном случае мы постараемся добить первого скелета и нанести какой-то урон второму. Так, Авесталка, Божья милость, лечит. О, критует по нашему разбойнику. Когда, кстати, проходит крит, в случае лечения по кому-то, то снимается стресс. Или если они сами критуют ударом, то тогда у них уменьшается стресс, у того, кто это делает. Так, ну и что, ускорим еще раз нашего паладина. Крестоносца, крусадера. Разные варианты, я так понимаю, могут быть наименования для этого персонажа. Так, опять мы можем что? Ну давай тебя теперь ускорим. И попробуем дорезать скелетика. Да, отлично. На 11 мы по нему бахнули. О, 1200 денег. Так, и еще проблема, с которой я тоже сталкивался сразу же, прям очень мало места в инвентаре. Вот видите, 1750 золота, мы фактически два раза нам дали золото, у нас одно уже место забилось, пошло забиваться второе. Но это приятные проблемы, почаще бы с такими сталкиваться. Так, включаем карту. Нам нужно исследовать 90% комнат. То есть я так понимаю, что коридоры нам вот топтать... Не все обязательно, а вот комнаты 90%, ну, наверное, одну можно будет не исследовать. Так вот, случилось страшное, друзья мои. Угу. Сейчас покажу, что это за история. Вот у Рейнолда, у него и в прошлый раз это было, видимо, это вот прям, ну, по дефолту обязательно есть у этого персонажа, есть такой навык клептомания. Вот он с какой-то вероятностью вот так вот обшаривает объекты, которые встречает, и забирает все себе. Вот такой милый паренек. Вот так вот у нас сейчас унес. Ну, благо там была лопата и ключ. То есть мы это все переживем. У нас так-то есть, но вообще это, конечно, ужасно неприятно. Это, как я понимаю, можно вылечить, но это стоит денег. Так, еще один бой, еще одна сектант-ученик. Опять эта неприятная женщина. Мерзкая-мерзкая. Прекрасно, наш разбойник еще по ней промахивается. В общем, все как мы любим. Так. Зато крестоносец рубит скелета. Кстати, про крестоносца я еще, знаете, чего знаю? Во, у него плюс 15 урона против нечисти, то есть против вот этих всех скелетов он имеет бонусный урон. Ну, именно основной атакой своей, вот этим сокрушением. И это неплохо. Так, давайте оглушим стресс-дилера. Да, получилось у нас, замечательно. То есть вот она сейчас пришел ее ход, и она просто пропустила его, поскольку была оглушена. Но вот сейчас, да, она может ходить. Вот, она пыталась нам ударить по нервам, но промахнулась. А то бы у нашего крестоносца прирос стресс. Ну давай, Дисмос, соберись. Собрался. Минимальный урон какой-то выдал. Можно попробовать, кстати, ее отравить. Единичку и яд на... Да. Все, она, видите, у нее 4 жизни, 4 урона от яда, в общем, она не жилец. Вот эти ребята, сектанты-дебоширы, они накладывают кровотечение, ну, тоже с какой-то вероятностью. Я смотрю, что это за навык, просто я его не помню. У меня, по-моему, такого не было. Твердыня веры, факел плюс 24, о, прикольно, кстати, да? Да, вот эти тетки, они еще и факел тушат, когда вот эта их атака проходит. А тут можно разжигать, то есть у висталки есть навыки, чтобы его разжигать. А тут прям плюс 24 усиление, плюс 20 защиты на себя. Прикольно. Вот это, кстати, оглушение. Такая еще есть штука. Бьешь таким ударом по оппоненту, и он ход отдыхает. Так, ну, в общем, в другой раз будешь отдыхать. Молодец, Дисмос, кританул. Да, и когда критует персонаж, еще и другие могут порадоваться и сказать, круто, круто. И, в общем, чуть-чуть стресса у них в этот момент спадет. Так, здесь. Ну что, будем бить. Все равно нужно что-то делать.
Тут можно как бы в теории пропустить ход, но когда я пробовал в прошлый раз это делать, у меня стресс прибавлялся от того, что они пропускали ход, то есть тут надо что-то постоянно делать. Так, смотрите, фамильный сундук, вот его нужно открывать с ключом, потому что если открываешь без ключа, то меньше получаешь в нем награды. Угу. По деньгам идем, никаких фамильных ценностей, никаких глупостей, вот этого вот всего нет. Так. Ну и я опять же для себя сделал вывод. Попали мы в ловушку. Вот если бы была бы разведка, кстати, мы бы увидели, что здесь ловушка, но разведки у нас не было. Поэтому мы вот не в курсе дела. Вот. Вот такая разведочка прошла. Вот видите, ловушка. Мы ее сейчас увидим. И постараемся нейтрализовать. Так, ну сейчас покажу, как это делается. Это я уже дошел до этого своим умом. Смотрите, вот она отражается на полу, и вот есть такая вот штучка у каждого из персонажей. Шанс обезоружить ловушку, то есть у каждого персонажа он будет разным. Если получается обезоружить ловушку у нас у разбойника, самый высокий шанс, то мы снимаем с персонажа стресс. Видите, минус 8 стресса, это прикольно. Так, здесь у нас что? Бой в комнате за диковину. Сияние принесет нам победу. Кстати, вот эти вот комментарии прикольные, надо их читать. Что-то я много опять говорю. Пытаюсь рассказать все, что знаю сразу же в первой серии. Но вот эти вот высказывания, они прикольные. Когда я один играл, много было всяких забавных штук. Так, арбалетчик, он просто стреляет, но он делает это тоже крайне больно. Поэтому давайте его пытаться... Ага, выключить. Выключили. Опа. Как вам? Здоровье, уровень здоровья у нашего паренька. Так, будем пытаться его отличить. Благо есть кем в этой партии. Вот это называется партия. Я, насколько посмотрел, да, что-то. Это называется партия. Мне нравится еще название бригады. Как вам? Называть вот это бригады. Вот это вот. Коллектив единомышленников. Как это говорится про работу в разных компаниях. У нас коллектив единомышленников. Так, а вот тут я, кстати, заболтался и ударил скелета, который уже ходил. Надо было бы резать первого, а я стал резать второго. И за это получил немножко еще урона. Так, давайте еще дотравим до конца вот этого скелета. Скелета с арбалетом. Отлично. С одной стороны отлично, с другой стороны висталка у нас не полечила разбойника, зато нам дали, вот смотрите, первые фамильные ценности, гербы. Нам бы купчих, конечно, вот именно за них улучшается и дилижансы, там казарма в этом же дилижансе. Так, вот я не помню... Что да, этот фонтан тоже я смотрел, какие объекты есть и чем их нужно открывать. Но вообще в руинах большинство вот таких всяких алтарей открывается святой водой. Божественная милость. О, ничего себе, нас полечили и стресс сняли. Очень круто. Так, у нас есть тут диковина в этом коридоре, надо ее забрать. Сейчас еще покажу одну прикольную штуку, которую я нашел. Содержимое мешка наше. Святая вода и изумруд. Замечательно. Можно вот так тут ходить. Наконец-то нам улыбнулась удача. Прикольно. Вот так пятится. Так, ну что? Нам осталось одну комнату, по идее, посетить, и 90% мы пройдем. Тоже странная для меня математика, в том плане, что... Сколько тут комнат? Раз, два, четыре, восемь. Ну, 7 из 8 это не 90%. Но раз так пишут, то, видимо, одну можно не проходить. Ладно, это все не так важно. Важно нам сейчас спокойно отсюда вылезти. Вообще для нас очень хорошо все складывается. В том плане, что... у нас никто не побит, главное, стресса у нас нет. Но это... Потому что первое подземелье, поверьте мне. Дальше все будет по-другому. Это я уже проходил. Так, и едой, кстати, можно здоровье восстанавливать. Просто видите, у меня место уже кончилось, а мне бюсты надо взять. Поэтому вот я дотрачу
еду, это у нас уже... Так, можно, кстати, вот еще... Да, крестоносцам доесть, остальных жизни, по-моему, полные. Да. Супер. Ну и что, идем мы в комнату, она, по идее, пустая. Вот, а вот голод. После долгих приключений группа знатно проголодалась. Съесть 4 еды, восстановить 5% здоровья. Замечательно. Съели, восстановили. Ну и вот, да, видите, одну комнату мы не доисследовали, но мы продолжим, мы, конечно, туда зайдем, благо у нас позволяет состояние нашего коллектива, нашей зондеркоманды это сделать. Тут у нас лопаты есть, замечательно. И можно даже еще факел один врубить, чтобы войти на 100% свету в комнату. Так, вот этот тоже крайне неприятный мужик, костяной придворный, он тоже стресс делает. Может одному, всем я не помню, может или нет. Ну, в общем, неприятно. А вот этот просто костяной защитник, толстый скелет, видите, у него 25% защиты, его тяжело пробивать. Ну, тут все просто. Первая цель, тот, кто бьет по стрессу, это костяной придворный. Вторая цель у нас арбалетчик. Остальные по остаточному принципу. Молодец, чувак. Просто красавчик. Взял и... Что-то у нас разбойник часто мажет. Он вроде по характеристикам, точнее, не по характеристикам, а по... как это называется, чертам хороший, но как он себя ведет в этих руинах, мне не нравится. Так, еще обратите внимание, я, конечно, говорю, что у нас цели, вот, да, третья, четвертая позиция в приоритете, но у нас крестоносец по ним бить не умеет, поэтому мы можем только по первым двум работать. Ну и вот давайте зарубим паренька на первой позиции. Так, а здесь нашей чумной докторшей Паскаль... Пасчаль ее зовут, господи, надо переименовывать. Мы попробуем оглушить наших оппонентов. Ну и, к сожалению, получилось только с арбалетчиком. Ну и вот, видите, 23 стресса, как с куста на нас упало. И у нас уже 51. На сотне, напомню, мы начнем сходить с ума. Так, разбойник продолжает испытывать мое терпение. Давайте тогда травить, раз не пошло с оглушением. Так, еще один кубок нам надо выдержать. На этот раз в висталочку он пошел. Немного здоровья отнял и минус 19 стресса. Да, неприятно. Но хоть арбалетчик промазал. Бывает и такое. Давайте группу полечим. У нас пацаны все почти, кроме дисмоса, были, да? И максимальное было лечение, там 1-3, она может лечить. Полечила нам 3 всю группу. Итого 12, да, вот, вот это ее обилка, смотрите, прикольно как. А тут 4-5, а тут 1-3. Вот она полечила всю группу, и то есть 12 хитов восстановила, а так бы только 5 по максимуму. То есть лечение группы, по идее, оно более профитное, насколько вот я понимаю. Но это, опять же, мои домыслы какие-то стартовые. Еще прикольная штука, тут остаются трупы, вот если их убить, то все оставшиеся сзади враги перемещаются вперед. И еще момент, когда враг умирает от кровотечения или яда, он исчезает, истаивает, как бы, и трупы не остается. Тоже такой интересный моментик. Да, Дисмос, короче, или это не его день, или мы в нем разочарованы просто по полной программе. Давайте-ка мы усилим, что ли, нашего крестоносца. Может быть, он будет ходить сейчас первый. Угу, будет. Первый сразу же после, после арбалетчика. Так, еще один момент, обращаю внимание. Смотрите, тоже я с этим уже сталкивался. Арбалетчик, из, когда он стоит на третьей-четвертой позиции, он будет стрелять болтами, и это больно. Вот из второй позиции или из первой он бьет вот так штыком, и это вообще уже не так больно и не так страшно. Давайте начинать ломать вот этого парня. Нормально. Какой тяжелый удар. Да, неплохой удар прошел. Так, нам бы... У нас активизировалось еще... У нас что было? Освещение. У нас активизировалась рука света. Так, дальний бой. Урон минус 50%. Крит, урон против нежити плюс 15. Да, надо тогда вот этого паренька... О, смотрите, ничего себе, как кританули по нему. Будьте прокляты, говорит.
Одобряем. Одобряем такой подход. Лезвие топора не зашло, извини, чувачок. Все, отлично. Дорезаем этого крайне неприятного парня. Не теряйте времени, спешите к цели. Ну вот сейчас прям и начнем. Ты у нас сегодня отвечаешь за вскрытие сундуков. Так, ой, все влезло еще, какая прелесть. И еще и купчие мы нашли. Вообще все нашли, смотрите. Ну замечательно, все, задание закончено, идем в город. Так, получаем награду за миссию, естественно. И плюс все припасы, которые остались, продаются. И все сокровища, которые мы нашли, тоже продаются. Кстати, 6800 почти, это очень солидно. Мы прям набрали реально солидно, еще фамильных ценностей. Из вот этого первого похода в руины, это очень круто. Так, опять решимость. Чуть-чуть подкачались, смотрите, наши ребята, крестоносец и разбойник. А Весталка и Чумной Доктор получили первый уровень. Насколько я понимаю, когда новичок проходит любое задание, он получает первый уровень, а вот дальше прокачка идет не так бодро и весело. Убийца мистики. Плюс 10 меткости против мистика. Плюс 5 крита против мистика. Мистика я, кстати, видел. Это парень очень противный. Он бьет по стрессу и чаще всего делает это по всей группе. В общем, ужасный ужас. Так, клептомания, еще одна у одной барышни, у одного члена нашей команды, ужасно, ужасно. На стороже, плюс 4 скорости в первом раунде, плюс 5 уклонений в первом раунде, вот это приятно. А вот клептоманов, я даже не знаю, их лечить денег нет, гнать сразу же. Со временем ты узнаешь, сколь велики были мои неудачи. Я уже понял, что они были велики. Смотрите, верните из успешного похода в руину, нам отметили. Ну и дальше есть какие-то другие задания. Так, нам стал доступен трактир, нам стал доступен монастырь. Угу. Ну и тут, что мы исследовали руины, все прекрасно. Давайте я вам вкратце расскажу про эти строения, и мы первую серию на этом закончим. И в следующей уже увидимся, и будем разбираться дальше. Значит, смотрите, увесистые бочонки, карточные столы и занавешенные комнаты для утех, готовые утолить печали посетителей. Ой, смотритель, где в баре бухает смотритель. Молодец. Ваше лицо и вся выпивка сливаются у меня перед глазами. Ужас какой. Значит, смотрите, что трактир, что монастырь, это место, где лечат стресс. Вот у нас, я вам сейчас все покажу. У нас есть Паскаль, которая просто психованная, вон, вернулась с задания. У нас, правда, денег нет ни на что на это. Так, можно сейчас улучшить. Сейчас, давайте посмотрим. А, да, можно улучшить. Есть Клуатор. Медитирует в нем. Трансепт здесь молятся. И зал покаяния. Истязание приводит к очищению. Насколько я понял, когда мы идем сверху вниз, то есть здесь самые меньше денег попросят, здесь больше всего денег попросят, но зато вот здесь и больше стресса отличит герой. Давайте мы Клуатор пока улучшим и поместим сюда Паскаль. А, первый раз мы, значит, ускоряет, да, восстановление стресса, а вот тут, если мы улучшим, удешевляет лечение. Ну давайте. Во, не 1850, вот это приятнее. Правда, мы все бюсты потратили и все гербы. Но ничего страшного, это мы новых наковыряем. Вдох-выдох, расслабляем мышцы. Ну и все, начала наша Паскаль медитировать. И, соответственно, вот этот стресс у нее должен отличиться. Уже к следующему нашему возвращению из похода. Да? То есть к следующей миссии Паскаль в теории будет готова. Ну давайте мы... Ну да, и вот в трактире, не договорил я, соответственно, в баре, в игровом зале и в борделе тоже отличивается стресс. Так, ладно, давайте посмотрим, что нам привез дилижанс. Это вообще-то вот наша будет партия в следующий раз. Вот они, 4 красавца, 4, так сказать, первопроходца, 4 добровольца, которые вот готовы справиться с любыми врагами. Это у нас оккультист. Отличный парень, мне понравился по первому впечатлению.
А он что умеет? Ну, во-первых, он доктор, но он такой доктор. Видите, у него 0.13. То есть, то пусто, то густо. Плюс может кровотечение наложить на своего союзника, которого лечит. Ну и вот эта классная штука, но это я вам расскажу уже в следующей игре. Так, сейчас просто назову, кто это, да? Это у нас воитель, но это такой мужик, боевик, да, который стоит в первых двух позициях и всех вот этой вот своей булавой, наверное, или Моргенштерн, я не знаю, как правильно это называется, лупит. Так, прокаженный. Это тоже такой воин первого ряда, который не очень меткий. Еще вот с кучей отрицательных черт. В общем, не умеет то, что мне тут у него нравится. Вот он лечить может и здоровье, и стресс сразу все отлечивать. Но он это не умеет, к сожалению. Ну, в общем, мы пока не выбираем. Но вот он дрессировщик или псарь. Так, с собачкой паренек, с дубинкой что-то умеет. В общем, ладно, со всем с этим мы уже будем разбираться в следующей серии. Потому как первую надо на этом закончить. Слуга закона и его верный пес, видите, пришли к нам. Эта дружба выдержала испытания в кровопролитных сражениях. И нам такая связка пригодится. Такой дуэт у нас будет в чести. Ну что, друзья, я всех благодарю, кто посмотрел эту серию. Она была вводная. Сам я пока не очень хорошо понимаю, на каком свете очутился. Понимаю, что легко здесь не будет и приятно. Вот такая первая миссия, которую мы прошли, она, конечно, вселяет некоторый оптимизм. Но не очень сильный. Ладно, немножко я между миссиями тут попробую почитать что-то и поизучать, чтобы, ну, как-то лучше понимать, что здесь надо делать, чтобы очень сильно не тупить. Поднятым вверх пальцем буду очень рад. Точно так же буду рад вашим комментариям и советам, и каким-то предложениям, просьбам. В общем, все, что пожелаете. Это был Антиквар, всем удачи и до встречи. Пока!